Прокуратура Затеречного района проводит проверку по факту госпитализации в инфекционное отделение учащихся Владикавказской школы-интерната. По информации пресс-службы ведомства, этой ночью четверо учащихся образовательного учреждения в возрасте от 6 до 15 лет были доставлены в детскую республиканскую клиническую больницу с признаками острой кишечной инфекции. При поступлении состояние пациентов оценено как средней степени тяжести. В настоящее время им оказывается медицинская помощь. По словам врачей, сегодня привезли еще двух детей. Состояние средней тяжести. Все они поступили из клиники кишечной инфекции. Всем уже намного лучше. Состояние с положительной динамикой. Диагноз пока уточняется. Проводится обследование лабораторное. Диагностика проводится. Все анализы пока в работе. Более конкретно вам пока не могу ответить о том, что послужило причиной данного заболевания. Но все они со схожей клиникой. Вот. Лечение они получают, продолжают. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Прокуратурой будет дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц образовательного учреждения на предмет соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья детей, а также санитарно-эпидемиологических норм и правил. К проведению проверки привлечены специалисты Роспотребнадзора.